also of the experiments which had been carried out by the participants in our expedition. Но, на мой взгляд, все-таки уже как-то накапливается определенная группа явлений, but in my opinion, a certain group of phenomena, которые говорят о том, что пирамида и взаимодействие пирамиды и пространства времени как такового, which testifies to the fact that the interaction between between the pyramid and space time as such, не столь уж сумасшедшая идея. Is not that insane. Естественно, просится какая-то экспериментальная проверка такого, такого заявления. Naturally, we need some kind of experimental verification of the statement. И на первый взгляд кажется, что проще сделать модельку пирамиды и все померить. At first sight, it seems that it would be much easier just to make a model of a pyramid and measure it by hand. Но есть один момент, значит. Знакомые вам соотношения для пространства H4. The relationship which is quite known to you of the space H4. Дело в том, что вот здесь подчеркнуто зеленым цветом. The matter is that underlined in green are. Сюда входит метрика Чернова, так называемая, или метрика Михайловича, как он ее сам называет. Chernov's metric or a metric of Mihalich, as he calls it himself. And for those of you, excuse me, please, I will. Chernov. Mihalich is the second name. For the Russians, it is kind of patronymic. Okay. И как подметил Дмитрий Павлов, and as Dmitry Pavlov noticed, что в данном случае мы сталкиваемся с тем. In this case, we deal with, we come across. Что значит, появляется дополнительный фактор, воздействующий на процесс. We come across the fact that there is an additional effect affecting the processes. И этот фактор является масштабом. And this factor is a scale. То, что нет в привычной всему научному миру геометрии. Something which is lacking in conventional geometry. Дмитрий Павлов полагает, что масштаб здесь. Dmitry thinks that maybe gauging or scaling is. Что о масштабе здесь нужно говорить сопоставимым с размерами Вселенной. It should be addressed. Should be looked at. As compared with the scales of the world, of the universe. Но из доклада Сергея Сипарова следует, что. But from the presentation which had been done by Mr. Сипаров. Вполне можно ожидать проявления эффектов Тизлеровых эффектов пространства времени. We could expect the manifestation of Tinsley effects. На масштабах уже галактического размера, межгалактического. At the scale of galaxies and and between galaxies. Но я вам привожу сейчас снимок с межпланетного зонда Кассини. This is a picture from the interplanetary probe Cassini. Это область вокруг Северного полюса Сатурна. This is a region around the North Pole of Saturn. Вокруг полюса появился шестигранник. Around the the pole there is a hex размером 25,000 километров. A polygon having the six sides and the size of it is 25,000 километров. 25,000 kilometers. Такая гайка хорошая. A good nut. And you see. Однако атмосфера планеты. However, the atmosphere of the planet. В грубом нулевом приближении. In zero approximation, in rough zero approximation. Может рассматриваться как двумерная поверхность. Can be considered as a two-dimensional surface. А соответственно находиться в трехмерном пространстве времени. And it can live in the three-dimensional space-time. И о пространстве времени H3, and the space-time H3 мы имеем как раз 6 особых точек. In it we have six specific points.
И, на мой взгляд, почему бы этой гайке шестигранной не появиться именно с проявлением кинсерового пути? And my opinion is why this nut, which has got this six edges, does not happen to have Pincelarian properties? Но тогда мы можем говорить о проявлении кинсеровых эффектов уже при размерах вдвое превышающих размер планеты Земля. Но есть еще один, есть один такой экспериментальный факт, о котором мне довелось услышать достаточно давно. But there is one experimental fact that that I heard not so long ago. Но он, так сказать, всплыл в памяти, когда Дмитрий Павлов заговорил о факторе масштаба. It came back to, it was brought back to memory by Dmitry Pavlov when he started speaking about scaling. Перед вами снимок ракеты-носителя N1. You can see the rocket space carrier, как называется? N1. N1. Который планировался для запуска космонавтов и к Луне, и даже к Марсу. Which was scheduled to take astronauts to the Moon and even to Mars. Но, к сожалению, запуски были неудачными. Unfortunately, the launches failed. Среди причин неудач было очень много разных. There were lots of reasons among them. Но вот была одна, которая уместно упомнить, по-моему, на этой конференции. It would be appropriate to mention one of the reasons of this conference. In this context of the conference. Дело в том, что на тот период у нас не было двигателей, которые были необходимы по мощности для. The matter is that at that particular moment we did not have engines which would be necessary for. Для достижения задач межпланетных перелетов. To accomplish the task of interstellar missions. А главное, это не только перелетов, еще и возвращения назад. And not only getting there, but coming back. И поэтому на ракете носителе N1 поставили на первой ступени сразу 30 двигателей. That is why the first stage of this carrier had as many as 30 engines. Так вот, при попытках запуска телеметрия показала. When they attempted to launch it, the telemetry showed that. Что через достаточно короткий промежуток времени. After a rather short period of time after the launch. Между двигателями, в пространстве между двигателями образовывались колебания давления, которые приводили к тому, что двигатели выходили с рабочего режима, ну, грубо говоря, останавливались. Which led to the engines backing up. They stopped. В самом этом вроде бы ничего страшного, удивительного нет. There was nothing surprising about it. Но когда начали исследовать этот эффект для того, чтобы его избежать. But when they started investigating this effect to prevent it from happening in the future. На газодинамических установках на моделях. And they used gas dynamic models. Эффекты не обнаружили. And they did not see the same effect there. И в поисках его начали менять размеры модели. And they started changing the sizes of the model, searching for this effect, seeking it. Эффект появился при достижении определенного абсолютного размера. And this effect did emerge when the size reached a certain value, certain quantity. Это был неожиданный результат, который естественно перепроверялся несколько раз. It was an absolutely unexpected result, and it was repeatedly checked. В итоге вынуждены были констатировать, что да, действительно противоречащие всем нашим знаниям. And finally, it was necessary to state that всем нашим знаниям физики и всем базовым концепциям моделирования, самого принципа моделирования, эффект имеет место быть. All right, that the effect, which is contradictory to the basic effect that we